мы можем воспринимать, вот мы с прибором работаем и можем воспринимать образ планеты перед собой. Это образ, который мы будем продвигать вперед. Y encontramos delante de nosotros la imagen del planeta y comenzamos a mover esa imagen hacia adelante. Уже тот образ, где мы видим корневое сияние, вот все управление, которое мы раскрыли, все это у нас тот образ, который мы будем продвигать. Y estamos viendo esta imagen que vamos a ir moviendo hacia adelante. И смотрим, что из какой-то точки прибора физические глаза идут два луча. Y estamos viendo que desde los ojos físicos salen dos rayos de luz. Эти лучи очень яркие. Son unas luces, muy claras. Между этими лучами переотражение света. Y estas luces se reflejan la una en la otra. И мы тогда берем это переотражение света, которое возникает между лучами. Это уже бесконечно развитое управляющее ясновидение, управляющее прогнозирование. Estamos viendo esa luz, ese reflejo ya con nuestro nivel de clarividencia y de pronóstico de control infinitamente desarrollados. И от прибора в наше управление. Вот у нас образ планеты, импульс управляющий, движется по линзам, и впереди еще мы этот образ воспринимаем, да? И вот от прибора идет луч в область управления. Y estamos viendo cómo desde el dispositivo hay como una luz que se dirige hacia el área de control. И тогда мы берем и вот этот свет, который между двумя лучами, выводим на кончик луча, который идет из прибора в наше управление. Y entonces esa luz que está al final de la luz con la que trabajamos, la colocamos a la punta de la luz de control. И видим, мы сразу же управление как у и начинаем уже продвигать вперед, работать в этом образе планеты в корневом сиянии. Y estamos trabajando con esta imagen del planeta, con esa luz que emana. Где мы раскрыли, да, норму и по макроспасению, и по частной задаче, и теперь продвигаем вперед, от прибора луч идет тоже, продвигает вперед. Donde estamos llevando hacia adelante este control y movemos también hacia adelante esa luz. Вперед к области реализации. Tenemos que llegar hasta el área de realización. Это именно область, где уже реализовано всеобщее воскрешение. Y pues estamos viendo que uno de los objetivos es que se realice la resurrección general. И уже обеспечена всем вечная, счастливая жизнь. Y hacia la realización de la vida eterna y feliz. Эта область, реализация, она как маяк для нас. Она всегда есть. Мы всегда знаем, куда нам нужно свою управляющую сферу довести. Esa área de realización para nosotros es algo así como un faro. Nosotros siempre sabemos que tenemos que llevar nuestra esfera de control hacia ese lugar. Y мы начинаем решать задачу. И мы начинаем решать
цель управления, нормирование, через нормирование химического элемента кобальт. Y comenzamos a realizar esta tarea a través de la normalización del elemento químico cobalto. Y cuando мы воспринимаем название химического элемента кобальт, y nosotros pues recordamos la denominación del elemento químico cobalto, то название нам указывает место расположения кобальта в нашем организме или другого человека, или в любом другом месте, но в абсолютной с точки зрения создателя конструкции мира. Porque la propia denominación del elemento indica dónde está presente este elemento dentro del organismo humano y en general en la realidad exterior, o sea, en el mundo. Кобальт входит в состав витамина B12. El cobalto se encuentra en la composición de la vitamina B12, который участвует в регуляции кроветворения, que participa en la regulación de la producción de la sangre. Кобальт входит в состав некоторых ферментов y también en la composición de algunos fermentos. И мы находим такое место кобальта в организме, что излучение этого света обеспечивает вечную жизнь всем. То есть это волновая система атомов, волновые системы атомов кобальта сияют сразу в бесконечности. Y entonces estamos viendo que el sistema ondulatorio del cobalto está emanando luz hacia el infinito. Мы начинаем в такую глубину мира входить и видеть эту красоту, как каждый элемент создает счастье любому другому, как каждый элемент организовывает весь мир. То есть мир как бы, как он внутри организовывает. Y estamos viendo cómo cada elemento nuevo está organizando el mundo. Мы входим в абсолютную конструкцию мира, создателя, как мир устроен. Y entramos en la construcción absoluta del mundo por el creador, o sea, vemos cómo se construye el mundo. Мы начинаем ощущать глубинную красоту мира. Y comenzamos a percibir la belleza profunda del mundo. И таким образом мы реализовываем управление вечной жизни только лишь из названия химического элемента. Y nosotros pues realizamos aquí el control por el aseguramiento de la vida eterna solo a partir de la denominación del elemento químico. Когда мы вошли в эту глубинную красоту мира, мы в этой области работаем. Y cuando nosotros percibimos esa belleza profunda del mundo, estamos trabajando precisamente en esa área. Y в этой области мы нормируем, и вот это управление действует вообще на все другие химические элементы. Y pues este control pues está como actuando sobre todos los elementos químicos. И мы продвигаем мир вот в этом своем гармоничном, таком очень красивом управлении, продвигаем вперед к реализации. Y seguimos con este control hermoso para llevarlo hasta el área de realización.